Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Хемій. Говоримо про, як завжди в цей час, про особливості вступної кампанії, про можливості факультетів Одеської академії. Говоримо сьогодні, зокрема, про факультет цивільної господарської юстиції. Ради бачити наші студії, як завжди, декан факультету Денис Колодін. Вітаю, Денисе. Добрий вечір. Студентка третього курсу цього факультету Катерина Ельтнер. Пані Катерина, також ради вас бачити. Вітаю. Життя триває, літо – це не завжди канікули, літо – це і вступна кампанія, але я ще дізнався, що нещодавно на факультеті відбулася така цікава акція, перше, чув про неї, це ярмарка дисциплін. Звичайно, збуває там ярмарка вакансій, а тут ярмарка дисциплін. Денисе, що це взагалі таке? Ну, в соответствии с законодательством, в соответствии с законом о высшем образовании, в соответствии с Болонской конвенцией, каждый студент имеет право на выборные дисциплины. И законодательством Украины предусмотрен их порог, это не менее 20% от общего объема, которые изучаются на программе бакалаврат, либо на программе магистратуры. И вот по указанию президента университета Сергея Васильевича Кивалова было сделан не просто формальный выбор, как в многих вузах других, в учебных планах просто прописывают, что это выборочные дисциплины, студенты их изучают, не знают даже, что они их выбирали. На факультете гражданской и хозяйственной юстиции совершенно другой подход. Каждый студент может для себя в соответствующем объеме выбрать дисциплины. Это 2-3 дисциплины в семестре. Вот несколько дней назад именно состоялась так званая ярмарка дисциплин, на которой каждый преподаватель презентовал свою дисциплину, говорил о том, какие компетенции получат студенты после изучения этой дисциплины, а студенты для себя могли оценить, сделать выбор, и каждый преподаватель старался, стремился для того, чтобы выбрали именно его, потому что для преподавателя это дополнительные часы, нагрузка, соответственно, это дополнительное денежное довольствие. И я, вот смотря на то, кто презентовал какие преподаватели эти дисциплины, заведующие кафедрами отправили лучших из лучших, чтобы каждый знаниями, харизмой смог убедить студентов, чтобы эти дисциплины были выбраны. Я пам'ятаю нашу розмову декілька місяців тому, коли тільки розпочиналася це ППП з дистанційним навчанням, як ви так суворо ставилися до викладачів. Ніхто у вас не відпочиває, пане Денисе. Ви такий жорсткий керівник, тому що навіть такий, якщо викладач вже вважає, що він там все є система, буду років 20 працювати за нею, тобто завжди повинен бути такий прогрес. Ми дещо відволікаємося від теми, але таке цікаве спостереження. Це правило факультету. Совершенно верно. Здесь работают лучшие из лучших и те, кто дают наиболее качественные знания. Но помимо того, что здесь лучший кадровый состав, каждый преподаватель, это были своего рода соревнования, да, потому что одного преподавателя выбрали 90 человек, другого 80, третьего 50, а кого-то вообще не выбрали. То есть дисциплина играет, ее выбирают, и она идет в учебный план, если ее выбрали не менее 30 человек. И вот благодаря тому, что преподаватели делали презентации, говорили о новеллах законодательства, говорили о том, где знания с этой дисциплины можно применить в конкретной практической работе, вот благодаря всему этому, это очень интересный получился живой процесс. К сожалению, конференция проходила, и это ярмарка дисциплин, через программу Zoom. Ну, у нас в стране действует карантин, но в дальнейшем, даст Бог, все нормализуется в нашем государстве. И в мире в целом это будет проходить уже непосредственно в аудиториях, будут присутствовать все студенты, преподаватель будет заходить, презентовать свою дисциплину, у каждого преподавателя 3 минуты на презентацию, остальное время на вопросы, которые интересуют наших студентов. Катерина, скажите, пожалуйста, как це відбувається з точки зору студентів? Якими критеріями там користуються студенти, коли вони, по суті, дають оцінку викладачу? Все змінюється, коли не коли там у студента 3 хвилини, щоб він відповів, а у викладача 3 хвилини.
Так, дійсно, це дуже цікавий досвід такий для нас. Ми, можна сказати, спробували себе в ролі викладачів, які вибирають. Все залежить від того, наскільки цікаво поданий матеріал, наскільки сам викладач захоплений тим, що він розповідає, що він подає студентам. Головною для мене особисто, головним із критеріїв, це було те, наскільки актуальним є те чи інше право, наскільки влучно були якби застосовані певні матеріали в презентації. От, ну, взагалі всі студенти дуже були вражені, приємно вражені тим, що така можливість нам надалась, тому що дійсно це якби грає велику роль. Ми можемо приділити більше уваги саме тим дисциплінам, які нам цікаві, які нам будуть потрібні в майбутньому, і вже ціленаправлено, цілеспрямовано якби готуватись до них. Які, можливо, є результати, про які можна говорити? Що там студенти, якщо віддають перевагу? Ну, як не дивно, студенти, з якими спілкувалась я, надавали перевагу саме це спортивне право могло бути, або ж це саме IT-право, тому що зараз все спрямовано на те, комп'ютеризовано, спрямовано на те, аби в телефонах, в комп'ютерах, в гаджетах можна було все знайти. Тому, напевно, найбільше якби звертали увагу саме на такі дисципліни. Тинесе, а чи використовується такий цікавий засіб конкуренції на інших там факультетах, вузах? Що вам відомо про це? Ну, я вам говорил о том, что во многих вузах этого не существует, что формально. Что касается Национального университета Одесской юридической академии, именно такая ярмарка свободного выбора дисциплин существует только на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. Подкресли, поэтому я сейчас запытал. И вы спрашивали Екатерину о результатах. Результаты уже есть на сайте. Каждый преподаватель, каждый студент может зайти и посмотреть, какая дисциплина сыграла, что выбрали, потому что система выбора дисциплин была следующая. Во-первых, никто не верил на самом деле, что это будет так, что это справедливо, совершенно свободно, ни преподаватели, ни студенты, но по указанию президента университета Сергея Васильевича Кивалова мы пошли совершенно прозрачным путем, были созданы анкеты в Google формах, где все результаты абсолютно публичны, на которые не имеют никакого искусственного влияния ни сотрудники деканата, ни сотрудники администрации. У каждого студента был вход в эту анкету, они ее заполняли, каждый результат, кто как проголосовал, виден. У студента было 5 приоритетов, то есть он мог поставить 5 приоритетов по дисциплинам. Почему? Если дисциплины 2 или 3 можно было в семестр выбирать, почему 5? Потому что не всегда могла сыграть первая дисциплина. Да? Человек проголосовал за дисциплину под номером 1, а она не набрала 30 голосов. Соответственно, у этого студента будет уже использоваться приоритет номер 2. Вот таким образом выставлялось и 5 приоритетов, чтобы каждый смог выбрать для себя ту дисциплину, которую он хотел. И результаты абсолютно прозрачные, все есть на сайте, их видели и преподаватели, и студенты, многие заведующие кафедрами провели аналитику, говорят, нужно было выставлять на ярмарку дисциплин не эту дисциплину, нужно другую. Мы видим, что студентов больше интересует практический аспект. В чем вообще плюс всего этого? Студент, проучаясь на первом курсе, на втором уже курсе, он себя видит, понимает и видит уже очерки своей будущей профессии. То есть, если он хочет в дальнейшем быть адвокатом, он выбирает для себя процессы. Да? Граждан, дисциплины такие, например, как тактика, стратегия судебного процесса, такие, например, как защита права собственности. То есть то, что ему пригодится в практике. Если студент видит себя в правоохранительных органах, он выбирает дисциплины криминалистика, криминология, уголовно-исполнительное право. И что самое интересное, что для меня было неожиданностью, из 20 дисциплин, которые студенты могли выбрать по трем курсам, 12 дисциплин это сыграло по профильным кафедрам факультета, это кафедры гражданского права, гражданского процесса, хозяйственного права и процесса. А 8 дисциплин это из других кафедр университета, то есть там таможенное право, морское право, криминология, как я уже говорил, тайные операции в правоохранительной деятельности.
То есть то, что студентам интересно, то, как преподаватель подавал этот материал, те дисциплины выбраны, и они будут проходить уже с 1 сентября и слушать эти дисциплины. Самая сложная, конечно, была основной задачей, которой справлялась целая команда, работая, наверное, сутки с представителями учебного отдела, это составить расписание. То есть здесь в чем особенность? Если студенты на обязательные дисциплины, которых 75%, они ходят в обычными группами, которые сформированы еще при поступлении этих студентов, то здесь этих стандартных групп нету, потому что одну дисциплину может выбрать человек, студент с первой группы, со второй, с третьей выбрали, например, дисциплину нотариат. И все они должны пойти на эту дисциплину. Соответственно, ломается система вот эта группная. Поэтому для того, чтобы все это сделать, была проведена огромная работа. И механизм решения какой? В пятницу, это один день, ну, например, пятница, будет отведен день выборочных дисциплин. Когда студенты будут ходить на свои дисциплины, которые они выбрали. Если что-то там на некоторых курсах есть несколько, что не попадают, в один день не успевают, это будет либо же понедельник, вторник, среда, четверг, четвертая пара, где будет эта выборочная дисциплина, куда они будут ходить слушать. Все дисциплины были в равных условиях, специально это по указанию президента университета было закреплено в положении, прописано. Каждая дисциплина имеет 3 кредита и обязательная форма контроля. Это зачет, для того, чтобы студента не было, да, там каких-то, ага, здесь экзамен, там зачет, я выберу то, что полегче, мы ушли от этого. Очень интересно это все прошло и с большим позитивом и пользой для студентов и для преподавателей, для всех в целом. Катерина, хотелось бы вам, чтобы и в наступном уроке такі прийоми повторилися з боку керівництва факультету цивільно-господарської юстиції. Так, звичайно, тому що це якби вже таке новшество, яке дуже нам сподобалось. І навіть ті студенти, які тільки планують подавати документи, вони задавали запитання, вони цікавились саме тим, що таке це ярмарка вибіркових дисциплін і як вона діє. Тому я думаю, що навіть на наступні роки це буде актуально і це дійсно буде подобатись всім студентам. Є реакція студентів, пане Денисе, чи готові ви продовжувати ці засоби використовувати в роботі з викладачами, зі студентами в наступному? Однозначно. От в цьому направлінні назад дороги немає. Тому що я ще раз говорю, я услышав позитив від студентів, огромний позитив. Вони ще раз говорю, не вірили, вони кажуть, ну ми зараз заповнимо, а виберуть те, що виберуть вмісто нас. І коли кожен побачив, що зіграли ті дисципліни, які вони вибрали, вони були удивлені приємно. То ж саме преподаватели, які побачили, що можна прийти з других кафедр непрофільних факультету, подати красиво, ярко, красочно матеріал, їх виберуть, і вони отримують додаткові часи, додаткову нагрузку. Тобто тут сплошний позитив, і я от хочу доповнити Катерину, вона говорить, ті, хто поступає, у мене кілька батьків приходили, які после того, как узнали о том, что происходит, мы это и в соцсетях подавали, и ваш телеканал приходил, делал репортаж, пришли уточнить, а правда ли это, я им показывал даже анкеты, говорю, вот заходите, выбираете, смотрите, и в будущем году это формируется учебный план на год, то есть в следующем году, в апреле месяце, сейчас мы затянули это экспериментально, первый раз тяжело, то есть нам нужно было изучить много методик, тактик и изучить зарубежный опыт, как это происходит, как это организовывается. Я вам скажу, это очень трудоемкий процесс. Я, ну, на части пути у меня где-то было мнение, может, мы все-таки от этого откажемся, будем идти по старой системе блоковой, выбирать между блоками дисциплин, но все-таки мы смогли благодаря коллективу факультета, благодаря четкому настойчивому указанию президента университета пройти этот путь, и это блестяще, это даст большой рывок для того, чтобы развивались и совершенствовались и преподаватели, и то же самое студенты с большим интересом и энтузиазмом относились к дисциплинам, которые они выбрали. И главное, что здесь учитывается их мнение, потому что, я еще раз подчеркну, они уже на втором там, курсе, на третьем формируют свое представление о том, какую будущую юридическую профессию они для себя хотят. Потому что, ну вот, например, дисциплина регистрация бизнеса, разрешительные процедуры.
То есть тот, кто будет работать в частном секторе юристом, сопровождать юридические компании, тот, кто хочет сопровождать, может, у родителей есть бизнес или открывать бизнес, они выбрали эту дисциплину и будут получать те знания, которые им в дальнейшем будут необходимы. И множество другого. Здесь сплошной позитив. Я же говорю, колоссальная тяжелая работа была проведена, но тем не менее, главное тот результат, который сегодня есть. Результат он впечатляющий. Это восторженные отклики студентов, преподавателей и, главное, очень хорошая позитивная реакция абитуриентов. И помимо того, абитуриентов, я не буду называть университеты, но у меня уже 6 человек с других университетов пришло, которые говорят, ну, а можно ли к вам перевестись? Потому что, ну, у нас такого нет, ну, вряд ли в ближайшее время будет, а мы сегодня с завістю смотрим і хочемо бути в рядах тих, хто має доступ до всьому цьому. На передовій інновації навчального процесу, як завжди, і факультет цивільно-господарської юстиції, Одеська юридична академія. Катерина, Денис, дякую за корисну інформацію. Бажаю успіхів в цьому експерименті. Обов'язково восени, я вважаю, ми побачимо, як це вже працює. Буде дуже цікаво. Успіхів ще раз вам в вашій роботі. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.